случилось совершенно неожиданно. В соседнее село Татаево приехал учитель. Фамилия его была Рачинский. Он и организовал для деревенских ребятишек образцовую школу. Мать моя отдала меня вскоре учиться именно к Рачинскому в его школу, а не к отцу Иоанну, что в нашем шептовском двухклассном училище обучал и закону Божьему, и счету, и грамматике. Не такой уж звонкий мне достался голос, но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Художник Николай Петрович Богданов-Бельский жил в старом большом помещичьем доме. На другой половине дома обосновался Костя Коровин. Неподалеку жили еще два художника – Архипов и Моралов. И вот как-то зимним вечером все собрались у Николая Петровича послушать один из его рассказов. У Рачинского никому бы и в голову не пришло грязнить, ругаться или тузить друг друга, рассказывал Николай Петрович. У него была своя система, он учил и играл сразу со всеми. «Итак, — говорил учитель, — первый разносчик получил барыша 10 копеек, второй — 11, третий — 12 копеек». Егор Ежов старательно выводил на доске условия счета. «Смолин, ты старший, — обращался к ученику Рачинский, — будь и в ответах первым». Смолин, стоя у доски, никак не мог сосредоточиться. Мешали остальные, считали, бубня вслух. Санька Федотов и Никита Кузин стояли посредине класса и уже готовы были отвечать, но проверяли все окончательно. Наблюдая за поведением мальчиков, так не похожих друг на друга, Рачинский спросил, что нужно сделать, чтобы узнать, каков будет барыш разносчиков за день, если учесть, что в году 365 дней раздался радостный хор детских голосов. Удивительно это был человек, сходу замечал способности ребят. В ближних деревнях открывал школу для девочек, там даже учили музыки. Наша губерния ему многим обязана. В России всегда существовали школы для бедноты. Их открывали дьячки, священники, студенты. Школа Рачинского была первой школой народного образования. Окончив ее, многие шли учиться дальше. Так было и с Николаем Богдановым-Бельским. По рекомендации Рачинского он был принят в двухгодичную школу рисования при Троице-Сергиевой лавре под Москвой. А в 1884 году Николай поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там он обучается у блестящих мастеров Поленова, Прянишникова. Нищета, обездоленность, разорение деревни – все это видел и пережил сам художник. Но есть в его картинах то, что дает представление о величии русского народа. Изображенные им крестьяне стремились к образованию. В этом
была извечная народная мудрость и стремление к самоусовершенствованию. Выставках передвижников, видя на полотнах живых и сметливых деревенских мальчишек, можно было безошибочно назвать имя автора этих картин – Богданов Бельский. И позже, приобретя известность, став академиком живописи, он оставался верен своей теме. Продолжая рассказ о школе Рачинского, Николай Петрович вспоминал, как тот заставлял мальчишек устно складывать, вычитать, перемножать и делить очень большие числа. Егор Ежов аккуратно вытер тряпкой пальцы от мела. Смолин крякнул, словно приготовился отвечать. Ванька Косой, так звали Рыжего, стоявшего рядом с учителем, что-то зашептал. Фома повернул голову и напрягся, но ничего не мог разобрать из-за шума. Никита Кузин знал уже ответ, затаился и нетерпеливо ждал, когда же Рачинский обратит на него внимание. Никиту вдруг осенила мысль, а не пойти ли в разносчик? Больно прибыль-то хороша. «У меня были не лады с устным счетом», — раздумчиво произнес художник. «Кстати, и я в картине есть». Написал себе, не удержался. 1921 год. Жизнь в России решительно, неузнаваемо изменилась. Не имея средств к существованию, не имея возможности работать, Николай Петрович Богданов-Бельский был вынужден эмигрировать в Прибалтику. Он прожил в Прибалтике последние 20 лет своей жизни, ничего существенного не создал, и все эти годы с грустью и нежностью вспоминал родину, своих сверстников и себя, когда мальчишка делал первые шаги по жизни. Там стеной зеленой бор стоит в июле, а зимой равнина вся белым бела. Городские песни целый день пою я, а душа ждет, не дождется, чтобы ночь пришла. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем, и бежит куда-то под горой река, и дорогу гуси переходят важно, и во враге шмель мохнатый пьет росу с цветка.